Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Board и Colly Vlog. У нас сегодня соревнование в PR по agility. Едет вот это вот какое-то очень грустное чудо. У него еще выражение морды такое. Смотрите на это. Как-то он не очень доволен. Поделаем сейчас бум. Как видите, я его опустила на одну. Потому что, ну, делает не очень, очень, ну, короче, очень не очень. Сейчас поделаем, ну, не знаю, 5 раз с одной стороны, 5 раз с другой стороны. Сейчас еще положу коврик все-таки. Вначале думала без коврика, нет, положу все-таки коврик. Ну и все, делаем, что мне еще сказать. Сейчас поделаем, потом он пойдет отдыхать, покушает и к часу поедем на соревнования. Ехать нам 1,5 часа, так что выезжаем чуть заранее. Ну, за 2 часа выйдем. Пошли работать. Кликер, игрушка. Там еще барьер стоит. Да иду я. Сейчас на неделю где-то у нее отпуск, ничего не будет, пока лапа полностью не заживет. Там маленькая-маленькая ранка, вообще не страшно, но она вот для нее это проблема. Для вот этот бы даже не заметил, если бы был лапу содрал себе бы. А у этой, конечно, ну, у нее там чуть-чуть здесь заклеено, чтобы грязь не попадала. Можно все убрать. Она сняла его сама. Но ходит уже, наступает на лапу. Видите, уже наступает. Вчера даже не наступала. Но все равно она ее бережет. При возможности старается не наступать. Она заживет быстро, я думаю, в течение недельки заживет. Там не страшно, не так, ну, страшно, как она все показывает это. Вот так. Так. Собираемся, застегиваемся и поехали. Проверяю, что паспорт на месте. Сейчас я удивлюсь, что там не будет. Сесть. Прививки я знаю, что у него все. Пробники со вкусняшками у меня с собой. Мешок корма у меня с собой. Кроссовки, потому что я бегу сегодня только с Тором. С собой. Что еще? Ну, поводки, ошейники. Это само собой разумеющиеся. Игрушки у меня тоже всегда с собой. Так что, в принципе, все взяла. Для меня самое главное, это не забыть паспорт. Ладно, если... Ладно, если мы бы ехали близко где-то и недалеко, а так как в Тарту ехать 1,5 часа, то как-то, если ты забыл и просто так 3 часа своего времени потратил зря, такое себе, мне кажется, потому что, ну, в принципе, могут, наверное, по фотографии все-таки впустить, так это все-таки неофициальные соревнования, но я лучше не буду рисковать. Перестраховался, посмотрел, положил на место, все. При том, что паспорта у меня всегда лежат в машине. Ну, наконец-то мы доехали. Очень скучная дорога. Едешь, блин, 100 километров просто по прямой, никуда не сворачивая. Я чуть не уснула. Там стоит он барьерчик. Собакин понял, куда мы зачем приехали. Я переодеваюсь и иду на разведку. Довольный пес. Стеречка довольная. Паспорт не просили, так что мы идем закрывать базовые потребности. А базовые потребности у собак что это? Это пожрать, быть здоровым и сходить в туалет. Тогда он не будет бить палки.
Сейчас главное хорошо погулять. Минут 10-15. Теперь, пока я не забыла, снимаем от клещей, чтобы там уже на месте об этом не переживать. Раз, сняли. Сядь. Хорошо. И второе, снимаем адресник. Давай. Потянись. О. Все. Потому что никакой амуниции на собаке при забеге не должно быть. А так снял поводок и все. И не паришься обо всем вот этом. Первый раз мы бежали эту трассу, и у нас все вышло отвратительно, потому что я ничего нормально не показывала. Здесь я почему-то крикнула, видите, он как бы мимо. Это мой чисто мой косяк. И дальше, в принципе, можете посмотреть, там все будут косяки конкретно мои. Ну, что-то я вот так не собралась, ну, вы поняли. Второй раз мы эту же трассу перебегали, мы пробежали с двумя палками, но Лиза немножко лох, и у меня благополучно просто упала камера. Трасса была намного сложнее первой, прям единичка, знаете, не нолик. Вот эти вот, все шло хорошо вот до этого момента, а вот до следующего момента, а дальше как бы все чужое. И для него это очень сложно. Как мы пробежали, спросите? Хуёво пробежали, извиняюсь за мат. Первый раз я нихера не показывала. Второй раз он пробежал более-менее, но две палки сбиты, это нормально для него, когда он достаточно в короткий промежуток времени бегает два раза, для него это нормально, что он начинает бить палки. Он устает просто. Второй раз мы пробежали трассу отлично, но у меня не заснялось. Печально. Там было все то же самое, в принципе, что и в первой трассе. Пробежал отлично, палки не бил, но из минусов вот этот туннель. То есть он отлично высылает, как мне когда-то написали, типа, блин, как хорошо, что у тебя собака так хорошо высылается. Хорошо, что она высылается, только и отсылается она хреново. То есть тоже, знаете, плюс и минус. Надо учить повороты, повороты у нас хреновые совсем. Я забивала на эти повороты, забивала. Ну, здесь, видите, короткое расстояние, большая скорость, и все. И мозги отключились, что вижу, куда вижу, туда я бегу. Так что я могу сказать? Учиться, еще раз учиться нам. Здесь у меня собаки живы, их спокойной ночи, меня даже не лаяли. Пойдем в кафешку кушать. Я очень хочу в кафешку, я надеюсь, она еще работает. Моя любимая кафешка, я лучше к ней сейчас съезжу, покушаю, я буду счастливая. Мы набегали на третье место, но трассы для нолика, для скоростных собак очень сложные. То есть, особенно для собак, как Тор, который очень плохо знает повороты из туннеля. То есть, это тот пунктик, над которым надо сейчас работать. Очень-очень трепетно, много работать. Все, поехали в кафешку кушать, потому что я не голодная, но там так вкусно. Знаете, вот сейчас едем, и прям руки чешутся, чтобы вот прям сейчас прийти на площадку и потренировать эти повороты из туннеля с ней.
хочу научить его прямо сейчас. Аж руки чешутся, от этого я злюсь, из-за того, что я смогу это потренировать с ним только через 2 дня, через 3. Вот такая кафешка, она маленькая, невзрачная, но очень вкусная. Называется Кяну Кохву вроде. Кяну Кохв на эстонском. Советую. Она в Пярну находится. Сейчас я ехала до нее 7 километров, но я сначала Пярну, как бы в конец Пярну ехала просто. А так, если мимо Пярну проезжаете, то она практически по пути. Это было так вкусненько, что я забыла заснять. Так, притащились мы в кафешку, но в кафешку мы не пойдем сразу. Да, вторая кафешка, да, Лиза любит пожрать. Но я очень хотела тортик, но там не было тортиков. Они иногда бывают, иногда нет. Это как бы не их специализация, тортик. И я нашла тут какую-то клевую... Он меня сейчас так прижал, что я не выйду. Пиздец. Короче, кафешку именно, где кофе и вкусные тортики. Вот я туда не заходила, но по фото очень вкусно. Сейчас берем собак, гуляем по полчаса с одной партии, полчаса с другой партии. Для меня это очень знакомый район. Здесь к морю можно пройти. Короче, клево. Я думаю, мы прокатим. Так, я пока буду трясти свои жирочки. Как раз мне с две партии идти, потому что я пробовала с этим ходить и с тором, когда тор без поводка, этот очень сильно истерит. Как бы если рядышком не агрессивная собака, то тор у меня не агрессирует на другого кобеля. Но так как этот на него агрессирует, то тор параллельно тоже агрессирует. Вот так вот, все сложно. Вот эта кафешка, я туда зайду чуть попозже. Пойдем, зайки. Здесь все нори, если вы не заметили. Все, отключаюсь, что с длинным поводком очень-очень неудобно. Номер 2, ну, с этим проще гулять. Он гуляет практически все время на таком полунатянутом поводке. И не путается, чем плюс. Ну, а это путается, как видите, засранка. Вот это что делает. Хочет обойти, обходит сзади. А надо, чтобы обходила спереди. Норка идет у нас по второму кругу уже. Хочу еще, чтобы она в город сходила. И потом пойдем в кафешку тоже с ней. Мне больше надо, чтобы эта вот социализация шла. Потому что еще пару месяцев назад, сколько она, 2 месяца у меня, она бы ходила с опущенным хвостом и пугалась всех людей. Сейчас она при виде людей просто встает в ступор и никуда не идет. Это уже хороший результат, потому что она не бежит никуда, не пытается лаять на них, просто стоит и думает о ситуации. Так что я думаю, мы это все исправим. И, возможно, завтра еще все-таки съезжу на выставку. Но я постараюсь. У нас начался жуткий дождик. Вначале был мелкий, я успела погулять с этим и с Нори мелким. Подрыкивает. Ну, короче, зашла в заведение такое миленькое, надо туда еще раз будет сходить. Да, там цены чуть-чуть выше там обычного, то есть, ну, вот я тортик сейчас взяла, но он большой, он реально большой. Сейчас посмотрю, вообще огромный кусок торта, блин. Ну, 5,50 стоит, но он огромный. Я уверена, что он мега вкусный. Прям, ну, там очень вкусно выглядящие тортики. Я хотела другой взять, который был на фото, но который был на фото, не было в наличии. Так что взяла другой. Все. Я включу фильм себе какой-нибудь и поем. Решила поесть в машине, потому что я вся мокрая, грязная. У меня собака вся мокрая, грязная. Я думала, ну, чтобы Нори просто посидела среди людей, но как-то... Мы в таком жутком виде грязном были, что мне, ну, стыдно просто реально там сидеть. Так что взяла с собой, сейчас в машине покушаю, у меня тут есть ложка. Под сериальчик даже лучше, чем там сидеть, музычку слушать. Ну, туда надо своих как-нибудь привезти, офигенное место, я себе отметила. Ребят, это мега вкусно.
это просто бомба. Прям как я люблю. Оно сладенькое, но из аварика как-то... Это, вот этих. Я не помню, как они на русском называются, помню, как на эстонском. Это прям как я люблю. Это так вкусно. Обычно десерты, они или супер сладкие, или нейтральные. А это прям с кислиной. Сладкое, но с кислиночкой. Прям, это вообще идеально. Литра чая не хватает еще.